Фермера из поселка Брадокалмак ограбили на глазах полиции. Прямо со двора частного дома местного бизнесмена увезли животных и стройматериалы. Служители закона все видели, но остановить налетчиков не смогли. Как все было, зафиксировала камера наблюдения. Эксклюзивные кадры покажем прямо сейчас. Угрозы. Да мы тебя спалим, да мы тебя сожгем. Ну и вот начинают разбирать. В полдень к частному дому подъехала иномарка. Из салона вышло несколько парней и стали разбирать металлический забор. Они это начали все, вырвали все, сетку отогнули. Вот здесь две пачки, вот так вот, профнастил лежало. Позже появляется грузовик. Парни, видимо, собираются погрузить стройматериалы, которые хранятся во дворе. Но компанию заметил хозяин дома и попытался их остановить. Достал ружье, зарядил холостым патроном, правда. Но они это не знали, что холостой. Ну, я обратно подхожу, они у меня уже, да, разбирают его почти. Я говорю, ребят, я же сказал, ружье-то вытащил. Я говорю, я же сказал, стрелять буду. Они убежали, один спрятался туда, один убежал туда. Эти отбежали все, ну, за угол, чтобы мне, как не вижу я их. Я выстрелил вверх, в воздух. Чтобы защитить свою частную собственность, фермер Черепанов вызвал полицию. Прибывшие на место стражи порядка остановить компанию парней не смогли. Якобы прямо на глазах служителей закона неизвестные закинули стройматериалы в грузовик, а потом забрались в загон и забрали поросят. Кроме того, что они у нас все забрали, они сейчас на данный момент нам угрожают, что мы сожгем дом, заберем дом, что дети в школу ходить не будут. Вот таким темпом, как бы, ну, у меня бабушка как бы больная. Дети маленькие, сын с дочерью в школу ходят, еще племянница живет. Как бы я боюсь за детей. Пострадавшие написали заявление в полицию. Среди тех, кто увозил их имущество, якобы был бывший компаньон по бизнесу. Теперь Черепановы боятся, что он может вернуться. На защиту служителей закона они больше не рассчитывают и сами готовятся к обороне. Кстати, даже их жалобу прокуроры почему-то отклонили. Артем Самсонов, Иван Лаизов, 31 канал.